Как удалить папку «Объемные объекты» Windows 11? Папка «Объемные объекты» – хранилище для файлов, созданные в Paint 3D. Когда вы установили себе Paint 3D и запустили его, создали какой-либо текст, сохранили его, сохранить в Paint 3D, открываем этот компьютер. Объемные объекты могут располагаться в панели проводника, локальный диск C, пользователи, выбрать учетную запись свою и объемные объекты. Появилась данная папка. Объемные объекты. Вот таким способом она выглядит. После установки Paint 3D открываем эту папку, и здесь будут храниться ваши файлы. Правой клавишей мыши на объемные объекты снизу выбрать удалить. Вы действительно хотите переместить эту папку в корзину? Да. При запуске Paint 3D она повторно появится, эта папка. И появилась повторно объемные объекты. Можно вручную удалить, но если вам нужно еще также скрыть в панели, в левой панели проводника, откройте поиск, редактор реестра. Откройте редактор реестра. HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, Folder Descriptions, 31 и в конце 22. Правый клик мыши, создать раздел. Назовите его Property Bug. Выберите этот подраздел, перейдите в правую часть. Правый клик мыши, создать строковый параметр. This PC Policy. Откройте его двойным нажатием. Во вкладке значения напишите Hide. То есть скрыть. Окей. Этим способом мы полностью скрыли объемные объекты. Скрыли из этот компьютер, если у вас здесь отображаются объемные объекты, либо в верхней панели проводника. Второй способ. Откройте поиск, редактор реестра. Выберите редактор реестра, HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, My Computer, Namespace. Найдите параметр 0D и в конце 3A. Выберите этот подраздел правой клавишей мыши. Удалить. Да. Второй подраздел. HK Local Machine, Software, WoW6432Node, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer, My Computer, Namespace, 0D и в конце 3A. Удалите также этот подраздел. Правой клавишей мыши удалить. Да. Закройте редактор реестра и перезагрузите компьютер.